Разрешите, группенфюрер. Послушайте, Холтов, я поручаю вам задание чрезвычайной секретности и важности. Слушаю, группенфюрер. Этот будет рыть землю, подумал Мюллер. Ишь, как головой бодается, словно конь. Этому наши игры еще нравятся, он еще пока в них купается. Этот нагородит черти чего. И хорошо. Будет чем торговаться с Шелленбергом. Вам надлежит изучить эти дела. Вот здесь работа штандартенфюрера Штирлица за последний год. Это дело относится к оружию возмездия. К атомному оружию, к физику Рунге. В общем, дело тухлое, но постарайтесь его покопать. Приходите ко мне, когда возникнут любые вопросы. Все. Да, вот еще что. Поднимите-ка несколько его ранних дел на фронте и... Посмотрите, не пересекались ли пути Штирлица с Айсманом. Где наружники? Гауптштурмфюрер Геппельт здесь. Давайте его сюда. Хайль Гитлер, группенфюрер. Входите, Геппельт. Запомните этого человека. Отныне вы будете водить его повсюду. Желательно даже из сортира в умывальню. Разрешите взять? Хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому, берег мой. Покажись вдали краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый, а до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклоняясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта таким.
такими большими снегами. Ты, гроза, напои меня до пьяна, да не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.